Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hard30Info. В данном видео я вам расскажу, как отключиться от наушников Dyson Zone с помощью вашего Android-устройства. Для этого зайдемте в меню приложений и выберем приложение «Настройки». После этого найдем подключенное устройство, и напротив названия ваших наушников будет шестеренка. Нажмемте на нее и нажмемте на «Отключить». И наши наушники будут отключены от нашего Android-устройства. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!